Мордва – старинный и колоритный народ России, который славится своим ремеслом, творчеством, самобытным языком. Республика Мордовия – регион, расположенный по соседству к нашему городу. Традиции этого этноса связаны с флорой и фауной, поэтому большинство литературных персонажей – жители леса. Дети с удовольствием слушали мордовские сказки, легенды, знакомились с главными героями народных произведений. Появился. И тут же закричал: «Дайте мне работу! Хочу работать!» Многие персонажи мордовского фольклора имеют свои прототипы и в других сказках. Например, леший – хозяин леса в мифологии восточных славян. А у мордвы дух леса – это верява. Много легенд посвящено и куй-горожу, приносящего в дом богатство. А выглядит он как сова со змеиным хвостом. Это куй-горож. Нам рассказывали про сказку. То, что куй-горож, если кто-то не слушался маму и папу, то он все время говорил, ну, как бы, бо-бо-бо, бо-бо-бо. Библиотека Маяковского еженедельно проводит познавательные мероприятия на свежем воздухе для всех желающих. Ребята могут принять участие в мастер-классах, чтениях вслух, выставках и квестах. И все эти акции уникальны, ведь каждый раз юные читатели знакомятся с новым автором. Каждую среду у нас проводится библиотечный дворик. Это наше здание библиотеки по улице Московской, 11. Там во дворе дома наши библиотекари предлагают всем жителям города побывать на интересных, веселых, познавательных, развлекательных мероприятиях. А по четвергам у нас работает летний читальный зал. Уже здесь, около центральной библиотеки, по Мира 4. Самый активный посетитель библиотеки по итогам каникул получит награду «Лучший летний читатель». После каждого мероприятия ребята получают флаеры, их нужно коллекционировать, чтобы выиграть в этом конкурсе. Елена Скородумова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.